Цыбок уверенно выигрывает шайбу. Но здесь вопрос, кто первым к шайбе подоспеет. И удастся ли юлаевцам навязать борьбу в зоне соперника? Нет, не получилось. Кирилл Кольцов коньком обрабатывал шайбу. Не очень уверенно. А вот переход в атаку случился. 2-1. Филатов. Гол! 1-0. Я уж не знаю, друзья, как там провалились. Как провалились в обороне хозяева площадки. Но вы же понимаете, с чего все началось. Кольцов принимал шайбу не очень удачно, отбросил он ее коньком вперед и потом на вытянутых руках сумел перевести дело в осмысленную атаку и сделал передачу. Ну и Филатов, конечно, Суницына подловил. Хороший перехват, перевод на Дубровского, тот на пятачок и гол! 2-0! Мерезкин подставил клюшку. Но это красиво. Это действительно красиво. Это заслуживает ваших аплодисментов и радости наших болельщиков. Абсолютно точно. Все началось с хорошего перехвата в средней зоне. И здесь, конечно, Суницына. Я не знаю, в чем можно обвинять. Предугадать, куда и как полетит эта волшебная шайба, было просто невозможно. Если бы Суницына среагировал, то тогда, конечно, все лавры принадлежали бы ему. Передача Хлыстова. Вот как бросает Дубровский. А там Мерезкин перед самым, что называется, носом голкипера подставляет клюшечку и изменяет направление полета. Вот хороший момент, и Глухов добивается успеха. Блестяще. 3-0 это уже сверхсерьезно. 3-0 это уже то, на что аргументы искать даже Владимиру Крикунову будет очень и очень тяжело. Добило. Добило четвертое звено соперника. Степанов молодцом. Глухов отлично отработал на пятачке. И Суницын там остался просто не удел. Вот Степанов. Полыгалов его преследовал. Не видно, как шайба коснулась клюшки Глухова вот на этом повторе. Потеря. Коукол снова делает передачу. Достаточно опасную. В ближнюю девятку. Да, там все было понятно. Максим Березин имел свой шанс поразить девятку ворот Василевского. И он этот шанс использовал. Вот насколько хорошо сыграл Петр Коукол. А приходилось ему побегать в сопровождении Зиновьева и туда, и сюда. От края до края. Видна, да, открытая девяточка. Сразу бросил в глаза, что у Березина есть шанс. Зачем там Конев остался, не совсем понятно. Один бросок Березина и уже гораздо легче подопечным Крикунова. Еще раз давайте проанализируем ситуацию в том плане, что вот за первые 10 минут каких-то ужасающих моментов. О-хо-хо! 3-2. И нефтехимик свою активность превращает в заброшенный шайб. Наша атака пока отличилась один раз, и не сказать, что там момент-то был уж больно голевой. А вот нефтехимик давил и додавил два раза. Бабчук не справился за воротами. Посмотрите. Василевский пресекал передачу на Радивоевича. Ну и вот, пожалуйста, вам коук. Со второй попытки он уже Владимира Василевского поразил. Метрами опасность сейчас у наших ворот. Василевский разобрался. Щитов удачно закрыл зону. Продолжается атака. Опасно. 3-3. Таратухин, да? Что делает Нижнекамск? Невероятный камбэк. Передачи Хохрякова. Таратухин. Да, близок был к тому, чтобы отбить этот бросок.
бросок Василевский, но в какой бы шпагат он ни садился, не стал сам бросать. Там неудачная попытка, судя по всему, за кадром произошла. Шайба ушла слегка. Вот Щитов здесь опасен. Пас сделал Щитов. В итоге на месте. На месте после коварного броска Анисин оказался Василевский. Анисин сближается. И делает счет 4-3. Ну что, мы виноваты в этом сами. Никого убеждать, наверное, в обратном не стоит. Размазанить преимущество в 3 шайбы. Это, конечно, сверх наших ожиданий.